А уже конец. А мы приехали, и вас уже там нет. А мы с Роня начали. Мы на лыжи встали и сюда приехали. Да, 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 встали на лыжи и уехали. Мы догнали бы вас на машине. Мы с Роня туда ушли на лыжи. Узнаю я, сколько холодром стоит. Узнал? Сколько? Нет, тут цены нет, типа... Звоните, мы нет, заявку. Да, узнаем просто. Нет, ну смотри, 12 на 7 есть. 12 на 7. Ты удивишься просто ценником, который тебе сейчас скажут. Плюс потолок. Нет, вот такой как у вас. Не, прям там такой же с потолком. Да, 7 до потолка и 12 на 7. Нет, погоди, 7 до потолка, это прямая, тут плюс потолок. Вот такая хрень. Вот такая, вот сейчас показал. Вот так же вот. Ну, потом, говорю, тебе заявку оставь, тебе ответит. Оператор позвонит, скажет, сколько. Ты, говорю, будешь приятно. Да, вот я сейчас. Я же говорю, тоже этажи сет. В агрессивке нет, а там представляешь, сколько можно макышек найти. Где ее только ставить? Назвать ее как Батин Грин Компани. Правую ногу вышку, понимаешь? Правую ногу вышку, не имей на розовую рыбку. Проверь. Нет, неправильно, макышки интересны. Монки тип. Манки. Монки. Манки. Не, просто вот, чтобы было это все в шаговой доступности, с транспортом и так далее, даже как вот визуально я не представляю, где в Ангельсеевке можно поставить. Лазур. Не-не-не-не-не. Прямо вот между первым и вторым этажом. Найти молоко. Или найти молоко. Только на лидере где-нибудь высота. Да, позволяет высота сама. На лидере можно. Не, вообще тема. Ну не знаю, ребята открывали по новой скалодром. Но у них вообще не окупилось. Он до сих пор работает. Надо лизинг делать. Не окупилось, банку подарил. Обратно. Почему не окупилось? Он функционирует сейчас. Но никто не ходит. Это не, не прибыльно у них сейчас. Давай у наших этих Петросов попросим. Нехай прозвонсирует. В рамках партийной программы, да? Абсолютно дырочная. А почему бы и нет? Все, да? Я тебе зачем говорю. Спускаюсь. Мы вот хотим. Полная стена, единая Россия. Да. Медведь.